Не все потеряно в отношении Карабаха, считает второй президент Армении военный преступник Роберт Кочарян. Есть возможность обсудить в переговорах территории, входившие в НКО, заявил он накануне в эфире программы «Познер» на Первом канале. При этом Кочарян затруднился конкретизировать, в каком статусе возможно возвращение территорий, ранее входивших в состав бывшего НКО, но отметил, что какие-то перспективы есть. Наряду с этим Кочарян отметил, что если бы не личное активное вмешательство президента России Владимира Путина, Азербайджан военным путем освободил бы весь Карабах. Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что если бы, или скажем так, что без участия России, скорее всего, весь Нагорный Карабах был бы занят Азербайджаном в результате этой войны? Если бы не активное личное вмешательство российского президента, такой исход был вполне возможен.